Всем привет, меня зовут Хару. Я хожу в 11 класс, мне 16. И все началось с самого детства в роддоме. Когда мои родители узнали, что я родился полностью черным, они были удивлены. И они выбросили меня. Когда они меня выбросили на улицу, мне было 2 года. Да, 2 года. Уже 2 года. Меня приютила одна семья. Да, я благодарна ей. Но когда мне исполнилось 14, они уехали. Спасибо ей. Она отказалась уезжать лишь из-за того, чтобы остаться со мною. Я ей благодарен. Если бы не она, я бы не вы. Алла, меня зовут не только Хару. Все меня называют ангел в сердце демона. Потому что я черный, и все считают меня демоном. Но я добрый. Поэтому мне называют ангел в сердце демона. Да, грустная история случилась со мной. Ну что же, наверное, это моя судьба.